В Твери стартовал отопительный сезон. 23 сентября началась подача отопления в сады, школы, больницы города. Этот процесс займет 3 дня, после чего к теплу начнут подключать жилой фонд. Подробнее о старте и графике узнали наши корреспонденты. У воспитанников 51-го детского сада тихий час. Пока малыши отдыхают, группу проветривают. Отопление в саду дали утром. К обеду групповые помещения прогрелись до 24 градусов. У нас учреждение уже нагрелось, 24 градуса в группах, в спальнях 22 градуса, поэтому у нас комфортная атмосфера и тепло. Теплоузел дошкольного учреждения к приему тепла подготовили заблаговременно, однако технический персонал регулярно проверяет параметры. Был ремонт капитальной системы отопления, поэтому мы на отопление не жалуемся, у нас всегда тепло. Здание у нас быстро прогревается, потому что холода-то были всего недельку, еще не успело, во-первых, остыть, у нас здание теплое, еще вентилируемый фасад дает все-таки свою положительную сторону. С 26 сентября начнется пуск тепла в жилой фонд, это почти 2800 домов. Отопление будет пускаться не сразу во все, а по графику, установленному и согласованному с администрацией, с департаментом ЖКХ. Этот график установил основная ресурсоснабжающая организация нашего города, это Тверская генерация. И согласно этому графику будет пускаться отопление. Администрация города Твери, департамент ЖКХ, как курирующий департамент этой отрасли, будем осуществлять контроль за сроками выполнения графика подключения и за качеством, уже непосредственно услуги, которую должны оказывать ресурсоснабжающие организации в плане отопления. В целом процесс включения отопления на объекты городского хозяйства займет около недели. Затем будет произведена регулировка теплового режима.